приехали в горы и не приготовили глинтвейна, я не знаю, это будет неправильно. Мы приготовим его из того, что купили в магните. Выдавим апельсин. Можем ставить на плиту. Так, пошла у нас гвоздика. Много ее закидывать не будем. Вот такого количества хватит. Сделаем с изюминкой. Добавим сюда немного шафрана. Не судите меня, люди, строго. Просто не было ничего. Или перец, соль, чеснок сухой, или лук. Пришлось взять шафран. Взяли специальный крем-мед с малиной. Одного охотничьего ножа, думаю, хватит. Немножко вина. Совсем чуть-чуть. Чуть-чуть. Много нельзя. Иначе глинтвейн будет очень крепкий. Больше не поместилось. Ну что у нас? Почти закипело. Будем пробовать. Эх. Главное, чтобы дрова от гвоздики не попались. За ваше здоровье! Хороший напиток. Крепкий. Чувствую, аж кровь сразу греться начала. Блин, грудь разогрела. Кайф. Ну что, ребят, по 50.